Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова вычленять самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на Чечне.